Не так я пришел, сэр. К вашим услугам. Звесимся на брудершафта. Сколько мы с тобой в сумме потянем? Тут, можно сказать, тебе на всю жизнь жену выбираешь, даже посмотреть нельзя. Вот я не доглядел в свое время, и вот всучила глухую. Ничего ты кощунствуешь, братья включают на небесах. А расхлебываем где? На земле? Его все знают в лицо. Несмотря на то, что больших ролей в кино у Александра Ширвинта было немного. Он остается одним из самых популярных и любимейших нами артистов. А многие его шутки уже перешли в народный фольклор. Я знаю множество местечек, где можно найти превосходный нектар. Если в таком темпе будем продвигаться, я на аэродром не попадаю. Когда-то он родил террариум единомышленников и до сих пор умеет оформить мысль так, что она потрясает парадоксальностью юмора. Ну вот Гафта все цитируют и растаскали по цитатам, а его-то он даже склонен и в этом. Редкий случай. Скажет ей, что без нее мне жить. Никогда не писал, что поет. Скромничал? Тише. Если вас не волнует этот голос, не мешайте волноваться другим. У моего мужа сегодня юбилей. Радостно. Не могли бы сыграть для него умирающего лебедя? Ну, можешь. Умирающего лебедя? Я все могу. Он сделает. Спасибо. Спасибо. Девочка. Лобай умирающего. Если ты вступаешь с ним в какую-нибудь там публичную острословную перепалку, лучше этим не заниматься, потому что всегда будешь в проигрыше. Он найдет какое-то слово, одно, какое-то мычание, которое сразит тебя наповал. Сэр, сэр, что вы будете петь? Сэр, а что вы будете играть? Сэр, а что вы ха-ха? Хватит, сэр. Скажи тост. Ты из нас самый красноречивый. Да. А ты из нас самый недалек. Спасибо большое. У него есть одно удивительное свойство – умение шутить с каменным выражением лица, даже когда все окружающие уже просто стонут от смеха. Именно за это умение он и получил когда-то свое прозвище. Когда мы были помоложе, посвежее, это было очень давно, в небольшой такой дружеской компании, у нас были клички, у кого что. У меня была кличка «Маска». Она, значит, возникла, потому что вроде бы меня трудно было заставить делать что-то лицом, дико хихикать, когда кто-то шутит. И вот эта вот тенденция моей каменной рожи, я придумал, что истоки этого идут от Бестера Китона. Он был все время как статуя. Как и великий актер немого кино Бастер Китон, Александр Ширвин тоже никогда не кривлялся лицом. Поэтому понять, какой же он на самом деле, не очень просто. Ведь его истинные чувства и мысли скрыты под маской лукавого и обаятельного циника, с иронией относящейся ко всему на свете. Как? Вы не хотите смотреть могилы? Ха-ха, вы шутите, господа. Вы шутите, я решительно отказываюсь вас понимать, молодые люди. Уходите, пока кому-нибудь не пришлось рассказывать про вас, сэр. Этот красивый человек, который бы должен был играть героев каких-то сказочных, обладал этим острым оружием иронии, самоиронии. Помню, как на съемке была дискуссия между Ширвинтом и Хазановым. Это было сильное зрелище, доложу я вам. И конечно, Ширвинт был убийствен в своем таком репризном сарказме. Он это умеет делать. Именно таким, ироничным, невозмутимым и вальяжным, как английский лорд, Ширвинта знает вся страна. Знает по его ролям в кино и на театральной сцене. И, конечно же, по его выступлениям в дуэте с Михаилом Державиным. Родился этот блестящий дуэт на знаменитых капустниках в Доме актера в 60-х годах прошлого века. 50-е и 60-е годы, они все-таки отличаются от того, как мы живем сегодня. Приехать куда-то вечером в дом актера и начинать шутить – это довольно все сложно.
Ну, а просто ходим там друг к другу в гости и шутим друг для друга, и нам не надо никакой публики уже. Раньше вот были дома интеллигенции, так называемые. Они жили очень бурной, насыщенной и необыкновенно разнообразной жизнью. И в каждом этом, ну, были свои такие капустные театры, сатирические. Потому что воздух досуга тогда был огромный. Не было бесконечной беготни по каналам, сериалам и корпоративам. Снимались 3 картины в год. «Попади туда». Было 5 концертов, да, «Попади туда». И поэтому собирались в доме актеров. Наши пьесы, наши шутки, милый критик, уясни. В них смешался глаз рассудка с блеском легкой болтовни. Молодой, смеется критик, и билет так стать нельзя. Значит, мы живем не зря. Такие вот очаги жизни, как там дом актера или дом литераторов. Это было место такого дозволенного свободомыслия. Конечно, власти могли бы прикрыть эти очаги вольнодумства, но капустники служили своеобразной иллюстрацией свободы слова, якобы существовавшей в Советском Союзе. Однажды в Москву приехал знаменитый турецкий писатель Назым Хикмет. «Вы первая страна в мире, построившая социализм, а живете в застенках», – негодовал он. «У вас невозможно сказать ни слова правды». «Да что вы», — ответили ему. «А вы видели, что у нас в доме актера творится?» И повели смотреть очередной капустник. Я с бывшим главным органом... Перестаньте мне махать своим бывшим органом перед носом! Я вам так скажу! Что вы мне можете сказать? Я вам скажу так! Что? Мнение вашего бывшего главного органа не всегда совпадает с мнением правительства. А я вам вот что скажу. Что? Правительство приходит и уходит, а бывший главный орган остается. Он был очень популярен и любим, в первую очередь за счет своих капустников, которые тогда гремели по Москве. В общем, была интересная жизнь, когда его все знали и обожали, но не широкие массы, потому что... Все же только через экран узнают. На экране Александр Ширвиндт впервые появился в 1956 году. Он только окончил Щукинское театральное училище. И вчерашнему студенту предложили сыграть певца по фамилии Ухов, красавца и сердцееда в комедии «Она вас любит». Очередной бред моих поклонников. Что такое? Если вы знали, Оленька, как я устал от них. Роль была небольшая, да и фильм получился проходным, но Ширвиндт не расстраивался. Во-первых, на полученный гонорар он приобрел свой первый автомобиль – «Победу». А во-вторых, молодой актер был уверен, что настоящие звездные роли у него еще впереди. Кстати, вам нравится, как я пою? Очень. Это только начало. Я обязательно буду петь в Большом театре в Москве. И я, если я не буду в народном артисте. Хотя бы РСФСР. Вы в этом уверены? А иначе зачем же петь? Потом он снялся в фильме «Майор Вихрь». Более популярный фильм, где он играл там большую роль. Это уже задел, это уже был такой прорыв в вечность. В фильме «Майор Вихрь» Александр Ширвиндт сыграл роль Юзефа, польского пианиста, помогавшего советским разведчикам. Он очень аккуратный человек, этот Либо. Он возвращается из казарм в гостиницу ровно в 7:15 вечера. Этот трехсерийный фильм, снятый режиссером Евгением Ташковым, показывали по центральному телевидению в ноябре 1967 года. Улицы в это время пустели. 3 вечера вся страна, затаив дыхание, следила за подвигом разведчиков, действовавших в оккупированной немцами Польше. Фильм о майоре Вихре был тогда не менее популярным, чем впоследствии сериал о полковнике Исаеве. Что случилось, Трауб? Вы как-то просили меня достать документ для вашего друга? Ну? Да нет, ничего не обещаю. Ненавижу обещать. В общем, если мне что-либо удастся, я помогу вам. В 60-х Александр Ширвиндт много снимается в кино, правда, в основном в эпизодах. Смотрите направо. Эти ребята еще недавно, очевидно, даже в глаза не видели лодку. А теперь...
На сцене театра Ленинского комсомола, в труппу которого Александр Ширвин был принят еще в 1957-м, он тоже поначалу играл лишь эпизодические роли. Все изменилось в середине 60-х, когда главным режиссером Ленкома стал Анатолий Эфрос. Знаменитый режиссер поверил в талант молодого актера. Он старался снять с него маску балагура и циника, которая уже начала приклеиваться к Ширвинту благодаря капустникам в доме актера. Именно ему Эфрос доверил главные роли в своих спектаклях. Сыграл он ее сколько? Штук 6 центральных ролей. Снимается кино, 104 станица про любовь, Мольер. Ширвин вообще такой выдающийся лирический артист. Мало кто это понимает, но я-то его помню, когда он играл, скажем, «Снимается кино». Это был такой наш советский вариант 8,5 Феллини, но сделанный на русской почве, на советской почве. И Ширвин играл совершенно замечательно этого сметенного художника. Еще одна пьеса Родзинского «104 страницы про любовь», которая тоже шла на сцене Ленкома, легла в основу сценария картины, снятой в 1968 году на киностудии «Мосфильм». Эта мелодрама режиссера Георгия Натансон не только стала культовой для советского кино 60-х, она навсегда вошла в золотой фонд отечественного кинематографа. В фильме «Еще раз про любовь» Александр Ширвин сыграл того же персонажа, которого он играл и на сцене Ленкома, физика-неудачника Феликса Топтыгина. Ты врешь. Ты все врешь. Вру. Топтыгин ты. Ясно. Ну, повтори, я Топтыгин. Не повторишь? Почему? Повторю. Я Топтыгин. Все? Эта роль была небольшой, но яркой. Правда, образ Топтыгина эксплуатировал всю ту же маску циничного и обаятельного пройдохи, которая была уже хорошо знакома зрителям. Знакома не только по капустникам в доме актера, но и по эстрадным выступлениям дуэта Александр Ширвинт, Михаил Державин. Знаменитая шутка, когда Миша Державин играл некого иностранца, который говорил на понятном языке разные слова, а Шура его переводила, играла роль переводчика. И это вызывало всегда гомерический смех. Это пользовалось колоссальным всегда успехом, неизбежно. И за ними, так сказать, это приклеилось. Я ощущаю в своих руках, в глазах твоих отражается моя страсть. Иди ко мне. I sunny dream, my love. Скорее. Say no to sun. Еще скорее. I know the cream, my heart. Скорее. Мы долго на этом номере держались, и потом уже вышли с ним из стендома актера и на эстраду. Но вообще это очень разные жанры. Капустник и эстрада. Эстрадный жанр занимал в жизни Александра Ширвинта особое место. С одной стороны были киноэкран и театральная сцена, с другой – эстрада. В соотношении примерно 50 на 50. В свое время дуэт Ширвин-Державин уступал по популярности разве что Алле Пугачевой. Вот, значит, это всем нам хорошо неизвестный, значит, Закадровник Кадрович Нетронутый. Мне пришла сейчас мысль. Сейчас, где она? Телевизионные программы, утренняя почта, вокруг смеха, вечера юмора, всевозможные бенефисы. Везде они были желанными гостями. Они безраздельно царили на нашей эстраде более полувека и умудрились не надоесть ни зрителям, ни друг другу. С ним трудно, он неконфликтный, ужас. Хочется позвониться. Нет, его линяем, все. Поэтому так долго продержались. Простакали резанем, осточертел партнер. Пора сменить и амплуа, и роль. Костюмы по углам, афиши пополам, навеки от меня.
дружили Ширвин с Державиным еще с детства. Оба были из творческих семей. Оба жили в самом центре Москвы, недалеко от Арбата. Именно на Арбате, в знаменитом родильном доме имени Грауэрмана, и родился 19 июля 1934 года Саша Ширвинд. Его отец, Анатолий Густавович, был скрипачом. Мама, Раиса Самойловна, в молодости была актрисой МХАТа. Затем работала редактором в Московской филармонии. В их доме бывали Василий Качалов, Ростислав Плят, Ирина Зеленая и Леонид Утесов. Театр заполнял весь мир Сашиного детства. Неудивительно, что он твердо решил стать артистом еще в школьные годы. Самый большой успех у меня первый был в школе. У нас был там драм-кружок, куда меня не взяли по бездарности. А были знаменитые артисты. Они играли сцену из Бориса Годунова, Пимена с самозванцем. Стол был, да, покрыт такой зеленой школьной длинной скатертью до пола. И стоял подсвечник со свечой. Сидел Пимен. А я сидел под столом и немножко его дергал, чтобы пламя свечи. Это был эффект потрясающий. Вот это мой был огромный успех на драматической сцене. Шутки шутками, но желание Саши стать артистом большого энтузиазма его родителей не вызывало. Не понаслышке зная, как жесток в реальности волшебный мир кулис, они всячески пытались отговорить сына от поступления в театральный институт. Вечный же крест всех актерских семей и семей, которые занимаются театром, кино, музыкой. То есть вот эта вот интеллектуальная богема, задача одна – не пустить детей в эту профессию. Потому что сами так нахлебаются, что все знают. Но это утопия, никогда не получается. Так и у меня было, значит, очень долго ко мне подсылали всяких замечательных актеров, чтобы они мне рассказывали, что, во-первых, это ничего у тебя не получится, а, во-вторых, это ужасно. И поэтому я для родителей поступал даже в юридический институт. Подал документы, они успокоились. И тут я вот огородами и проходными дворами шмыгнул в театральный институт. Наверное, это была судьба. Как много мы потеряли бы, не будь у нас актера Александра Ширвинда. И каким получился бы без него самый знаменитый новогодний фильм, без которого вот уже много лет мы не мыслим себе 31 декабря. Что случилось-то? Пока это тайна. Какая тайна? Со временем ты все узнаешь. Марина, у Женьки от меня тайн нет. Иди в баню. Я. Александр Анатольевич вошел в историю телевизионного кино как человек, который сидел в бане вместе с нашим главным другом из «Иронии судьбы». 31 числа мы ходили в баню. Вот эта вот история, она прославила его навсегда. Знаменитую сцену в бане снимали ночью в ледяном, продуваемом сквозняками коридоре киностудии «Мосфильм». И дружная актерская компания под предводительством Ширвинда придумала способ, как не замерзнуть насмерть. Это было под лестницей в «Мосфильме», выгодили холодрыга зимой. Пиво было настоящее, кстати. Водка сидит бутафорская. И мы договорились, что на второй съемочный день, чтобы совсем не погибнуть, подменили эту бутафорскую бутылку. Настоящий. От винта по крылом самолета поет зеленое море тайги. К сожалению, и эта роль отчасти эксплуатировала привычное актерское клише Ширвинда. Но именно она сделала его по-настоящему знаменитым. Хотя, когда на экраны вышла «Ирония судьбы», Александр Ширвинд уже был ведущим актером одного из самых известных московских театров – театра сатиры. Я сюда сложно шел. Ленком, потом через Бронную. Вроде недалеко, да? Но маршрут такой витиеватый.
взводом ушли на Малую Бронную. Ну, конечно, еще провокации моих друзей. Это Миронов и Захаров. Они, в общем, сделали много провокационных, значит, шагов, чтобы я ушел в сатиру. Державин Ширин, ты заметил, благословил, но в гроб не лег. Им равных не было в дуэте, их превзойти никто не мог. Ушел Державин в кабачок, но Ширин пережил разлуку. Ему Миронов протянул свою бриллиантовую руку. Любимцы публики, кумиры, без выходных играют дней. Три мастера одной сатиры, одной и той же, так точнее. В театре сатиры Ширвинд оказался благодаря друзьям. Михаилу Державину, Андрею Миронову и Марку Захарову. Все трое на тот момент служили в этом легендарном московском театре и просто мечтали перетащить к себе Ширвинда. А тут невероятное везение. Появилось вакантное место в прекрасном новом спектакле. Очень свежий тогда был спектакль, знаменитый. Он тогда был «Жизнь Бофигарова», где Гафт играл графа. А Валентин очень всю жизнь ищущий, потому что он действительно маниакально любящий театр. Вот и он все кажется, что что-то не то. И вот тут был период, когда он разочаровался в этом коллективе, в этом здании, и ушел. И они остались без графа. Вот тут они меня перетащили сюда вместо него. Спектакль «Женитьба Фигаро» будет идти в Театре сатиры без малого 20 лет. Роль графа Альмавивы станет одной из самых звездных в театральной карьере Александра Ширвинда. А вот роль, о которой актер мечтал много лет, ему так и не удастся сыграть ни на сцене, ни на экране. В 1971 году Леонид Гайдай приступает к экранизации «12 стульев». Он пробует на роль Остапа более 20 актеров. В их числе знаменитые Владимир Высоцкий, Михаил Казаков, Олег Басилашвили. Я хотел сыграть Бендера. Он перепробовал все мужское население страны. У него в кабинете, я помню, на Мосфильме огромный кабинет. Ну, как иконостас огромный, висели все в этих самых кепочках, в том числе и я. И случайно он оказался в Тбилиси, Леонид Юрьевич покойный, и попал на моноконцерт Гамиашвили, который у него был моноспектакль «Остап Бендер». Эстрадный. И он в него влюбился и стал снимать Гамиашвили. А потом прошло много лет уже, это все, и мы с Леонидом Ильичем ехали в Ленинград. Это была такая замечательная придумка. Юмористический ежегодный фестиваль «Золотой Остап». Оказались в купе с Леонидом, с Леонидом Ильичем. Под коньячок он мне утром сказал, что надо было себя снимать. Сказал, спохватился. Моя фамилия Бендер. Может, слыхали? Нет, не слыхал. Ну да, 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 да. Откуда же в Париже, может быть, известно имя Остапа Сулеймана Берта Марии Бендербея? Потом затеял Захаров снимать. Я опять подсовываюсь. Нет, не обращаю внимания. Первым шел Воробьянинов. Согнув прямые костистые плечи, он шел как журавль, чувствуя за собой теплый, дружественный взгляд великого комбинатора. В 1976 году режиссер Марк Захаров решил снять свою версию знаменитого романа. Но, увы, роль Остапа, о которой Ширвинд так мечтал, вновь досталась не ему. А если так? А что вы думаете? Очень может быть. Хотя... В том-то и дело. Нет, так нельзя. А если тоже не годится? Гроссмейстер Бендер, провожу у вас сеанс одновременной игры. Андрюш, все такое замечательно. Трубку мою отняли. Откнули ему, и все время на съемках Марк говорил: Андрюша, ничего не играй, играй, Шуркин, тухлый глаз. Я говорю, возьми подлинник, чего? Но подлинник, то есть самого Ширвинда, Захаров утвердил совсем на другую роль. Впрочем, чувства ревности и обиды на друзей у актера не было. Вот замечательный друг и товарищ Марк Захаров. Ширвинд и Миронов, они были великими людьми, которые делали невероятные розыгрыши. Они могли отправить того же Миронова или там Мишу Державина в поезде из Москвы в Петербург, а сами на самолете прилететь раньше него, встретить его утром на вокзале. При этом делались очень хорошие спектакли, и они играли в спектаклях замечательных. Разумеется, мимо блестящего трио, игравшего в те годы на сцене театра сатиры, кино пройти не могло. Александр Ширвинд, Андрей Миронов, Михаил Державин. В
1979 году режиссер Наум Бирман пригласил их сыграть трех закадычных друзей в музыкальной комедии по мотивам знаменитой повести Джерома «Клапки Джерома». «Трое в лодке, не считая собаки». Позвольте представиться. Харрис. А это мои друзья. Джордж и Джи. Есть произведения, которые велики своей авторской интонацией. Можно сделать такой сценарий, сякой сценарий. Это будет режиссерская авторская версия, а вот и авторскую интонацию не снимешь. Поэтому, когда он говорил «Джером-Джером», Бирман, мы говорили, ну как, что, это вообще утопия. Нет, это не «Джером-Джером», это вы же три друга, да. Вот вы, три друга, по этой канве Джерома. С вами совсем все плохо. Прошу вас, инфлюенция. У меня инфлюенция. И она тоже. У меня инфлюенция. Читайте, прошу вас. Джордж, послушайте. Так, так, пожалуйста, симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенция? Единственная задача, которую режиссер поставил перед актерами, приблизительно помнить текст и быть самими собой. Разумеется, съемки превратились в настоящий фейерверк юмора, розыгрышей и актерских импровизаций. Когда снимали эпизод в «Шлюзе», пирамиду актеры сделали сами, без дублеров. В какой-то момент Миронов решил пощекотать Державина. Тот дернулся, и все трое полетели в воду. Вся съемочная группа, разумеется, просто попадала от хохота. А режиссеру так понравился этот экспромт, что он решил включить его в фильм. Харрис, приведите себя в порядок, нашу пирамиду фотографируют. Патриция! Эту веселую картину зрители любят до сих пор. Как и многие другие фильмы, в которых снимался Александр Ширвиндт. «Принцесса цирка», «Зимний вечер в Гаграх», «Майор Шато Жебюс в небесных ласточках» и потрясающая работа в кинокомедии «Миллион в брачной корзине», где он сыграл афериста Папа Гатто. Ну делайте что-нибудь! Что? Ну что-нибудь с лицами, должны вызывать жалость на стороне! Потом за эти лица я не получу ни лиры. Не то чтобы любимая, но самая показательная для него роль — это был фильм «Миллион в брачной корзине», где он такой красавец, импозантный, богемный, такой образ наиболее близкий к нему. Всю жизнь в нашей стране типажный подход к актерам — это был, так сказать, дамоклов меч над каждым. Ну вот Андрей покойный, сколько он бился, чтобы выскочить из амплуа прыгающего, поющего, танцующего, обаятельного, значит, полупроходимца. Вот это ярмо. Так и вот и на мне всю жизнь висело это клеймо такого, значит, западного, вот, испанца, чтобы не сказать хуже, который немножко растлитель, немножко, значит, гад, немножко пьющий, немножко самый талантливый, но обязательно с червоточинкой. Поэтому, конечно, многое проскочило в смысле репертуара. Увы, для многих кинорежиссеров Александр Ширвиндт оставался героем второго плана, королем эпизода. Хотя одно его появление на экране уже гарантировало картине и кассовый, и зрительский успех. Следующую главную роль он сыграл в 1990 году в фильме Анатолия Рамджана «Бабник». Моя крошка. Ой, это мой муж. Он нас выследил. Не паникуй. Никакого мужа я сюда не пущу. Мой дом — моя крепость. Здесь я всем муж. История появления этого фильма такова. Эрамджан и Ширвиндт как-то столкнулись в Доме кино. «Напиши что-нибудь для меня», — попросил Ширвиндт, знавший, что режиссер сам пишет сценарий для своих фильмов. «Бабник. Как тебе такое название?» – пошутил Эрамджан. Хотя до этого момента даже идеи такого фильма у него вообще не было. «Давай, название кассовое», – сказал Ширвиндт. И актер оказался абсолютно прав.
Во-первых, был среди населения огромный. Все мужики, все бабники, да, все бегающие алкоголики благодарили меня за понимание. Во многом успех этого фильма состоялся благодаря образу главного героя – Аркадия. Ширин сыграл его так, что зрителям казалось, этот неотразимый сердцеед и дамский угодник списан с него самого. Хотя, конечно, это не так. Если и было сходство, то уж, конечно, не с самим Александром Ширвинтом, а лишь с той маской, которую он продолжал носить уже много лет. Поверишь, девочка, когда открылись двери лифта, и там я увидел тебя, это было как удар молнии, который возвращает память, зрение, слух, или наоборот, убивает или делает калек. Я увидел мечту своего детства, отрочества и юности. На самом деле... Александр Анатольевич Ширвин по натуре человек невероятно преданный. Он верный муж и любящий отец. Со своей супругой, архитектором Натальей Белоусовой, состоит в браке уже более полувека. Любовь, действительно, они уже 60 лет вместе. И замечательно подходят друг другу в силу своей противоположности. Мама архитектор, она работала с 9 до 6, а папа два звонка после спектакля бывали, это часов в 10. Либо он звонил матери и говорил: сервируй, это значит приедет компания, или будь в напряжении, это значит он заедет за ней, они куда-то едут. Каждую вечером после спектакля они куда-то ехали, до 3 часов где-то колбасились, а к 9 мама на работу. И в обеденный перерыв, когда все ели, у нее за ее кумином лежал, был такой топчанчик. Вот она каждый день там спала свои 40 минут, чтобы выдержать дальнейшую богемную жизнь. И вот так и прожили, и живут. Сын Александра Ширвинта, Михаил, рос во многом похожим на отца. Даже страсть к детским проказам была у них почти семейной чертой. Меня все время выгоняли из школы, на меня все жаловались. Взорвал туалет, я какой-то там, ну, в общем, что-то я все время интересное делал. Я был ищущий мальчик. Я про него наслышался рассказов, как, что они творили в школе, как он там вышел на физкультуру в его бабушке белье шелковом с начесом, потому что там был неприятный их учитель, сказал строго: форма, форма. И он кричал: Ширин, выходи. Он говорит: я не одет. Выходи, в чем есть, сказал. А уже было все заряжено, вот это белье, он вышел. К восторгу всего класса, был тоже выгнан из школы. Так что у него много было историй, похлеще, может быть, даже моих. Так же, как и его знаменитый отец, Михаил поступил в Щукинское училище, из которого его, правда, с треском отчислили. Более того, едва не посадили в тюрьму. 7 ноября 1977 года, в день, когда вся страна отмечала 60-летие советской власти, трое молодых людей забрались на крышу архитектурного института. Тоже отметили праздник и совершили преступление. Сорвали со здания красный флаг. Дальше, как в крутом детективе, была погоня со стрельбой, отделение милиции и, разумеется, наказание. Могли посадить на 7 лет, потому что это была единственная антисоветская акция, зафиксированная на территории Советского Союза. В день вот этого праздника. Это была серьезная история. Ты что, думаешь, что ты попал в артисты из-за своих неслыханных способностей? Ты вот из-за чего попал в артисты. Ты это понимаешь? Понимаю, папа. После этой драки из комсомола, из института. Ты это понимаешь? Понимаю, папа. О том... Какого количества седых волос стоила эта история Александру Анатольевичу, мы, пожалуй, молчим. Но все закончилось вполне благополучно. Михаила восстановили в Щукинском училище. А весь этот непридуманный сюжет лег в основу фильма, который снял режиссер Сергей Урсуляк. Мы с Сережей учились на курсе вместе. Снял дебютный фильм «Русский рэгтайм» по мотивам этой истории. Не документальный, такой немножко придуманный, но прообраз меня играет актер Бакин, а его отец, это мой папа и играл в этом фильме. Вот так я папе дал роль интересную в кино, сорвав флаг. Что касается самого Михаила Ширвинта, то актером он в итоге так и не стал. После окончания Щукинского училища несколько лет проработал у Райкина в «Сатириконе», а потом решил уйти из профессии. Миша? Один из немногих
людей, который ушел из актерства не потому, что его выгнали, а просто он решил, что это не его. Таких случаев очень мало, потому что все всегда говорят: сволочь, он меня не видит, не знает, я гениальный. Этот интригант, а нет, это меня подсиживает. Это все ищут причины, почему не состоялось. Я не говорят, они виноваты. Так что Мишка в этом плане вот совершил такой мужественный поступок. В отличие от Ширвинта-младшего, верны актерской профессии остались многие из учеников Ширвинта-старшего. Среди его студентов Андрей Миронов и Наталья Гундарева, Александр Пороховщиков и Алла Демидова, Леонид Ермольник и Мария Куликова. На сегодняшний день Александр Анатольевич – старейший из профессоров знаменитой «Щуки», в которой он преподает с конца 50-х годов. Он очень много преподает, ставит дипломные спектакли. Ну и театр. Театр – это главное. Кино – это так. Театр для него всегда на первом месте. В театре сатиры, ставшем его судьбой, Ширвинт служит уже почти полвека. На его сцене он поставил более 10 спектаклей, сыграл более 30 ролей. А в 2000 году Александр Анатольевич стал художественным руководителем этого знаменитого театра. Ширвинт, конечно, взвалил на себя очень тяжелую ношу, потому что сатира имеет смысл, когда есть какие-то серьезные запреты. Когда все можно, становится трудно шутить. И, конечно, я понимаю, что ему очень сложно искать репертуар. Вывеска над нами – театр сатиры. Значит, подразумевает, что это остро, в крайнем случае, весело, смешно. Никто ничего не пишет, никто ничего не несет. И вообще, как сегодня можно переострить газеты или съезд народных депутатов? Ему бы лучше, на мой взгляд, было бы просто быть артистом и режиссером в театре, а не заниматься этой рутиной. Ну уж так сложилось. Возможно, его актерская судьба могла бы сложиться иначе, если бы не выступления на эстраде, съемки в телепередачах, капустники в доме актера. Впрочем, жизнь, как и история, не имеет сослагательного наклонения. Он мог бы сыграть значительно больше, разнообразнее. Он замечательный, тонкий, лирический артист, который мог бы сыграть многое. Однажды режиссер Марк Захаров сказал: он, наверное, все-таки не артист. Профессия у него уникальная. Он Ширвинт. Именно за это мы его и любим.